Всем привет! Интернет-магазин LuxWheel приветствует вас. Сегодня в нашем магазине пополнение в моделях 6,5-дюймовыми колесами. Значит, вот такая вот интересная раскраска. Ранее была представлена только в больших гироскутерах с 10-дюймовыми колесами накачиваемыми. Да? Теперь это доступно и вот в таких маленьких гироскутерах начального уровня. Дерзкая молодежная окраска с черепами, с различными языками, огнями. Вот такая вот очень красивая. Обратите внимание на диски, которые выросли в своем размере. Такой вот рисунок. Все это металлическое, очень качественное. Специально вот такие вот накладочки резиновые, которые призваны специально защищать корпус от царапин, когда, допустим, вы неправильно с него слезли, или когда упали случайно, гироскутер поехал вот так вот кататься. Накладочки защищают гироскутер от царапин, соответственно, от повреждения корпуса. То есть корпус дольше прослужит вот вам в таком прекрасном виде. Значит, по техническим характеристикам все то же самое. Это тот же гироскутер, который требует 1,5-2 часа зарядки. После этого готов вам отдать 2-3 часа катания. Максимальная скорость 12 км в час. Ну и давайте покажу, где, собственно, гироскутер включается. Включается он все там же. Вот здесь вот присутствует кнопочка включения-выключения. И стандартный разъем для зарядки. Вот. Хочу обратить внимание на то, что одно нажатие включает гироскутер. У вас появился индикатор заряда батарейки. Как только вы встаете на гироскутер, у вас загорается индикатор присутствия, соответственно. Для того, чтобы выключить гироскутер, проделывайте то же самое, и гироскутер выключается. Значит, и хочу обратить особое внимание на то, что достаточно, вот этот аппарат достаточно надежный. По количеству браков таковых нету. Значит, очень высокое качество, очень высокое качество покраски. И хочу сразу обратить внимание на нашу стоимость. Стоимость на данный гироскутер в различных других цветах вы его увидите на нашем сайте. Очень демократичная и одна из самых низких по рынку. Поэтому ждем ваших заказов. luxwheel.ru. Всем пока.